я, как всегда, немного впереди. Сюда, Блейд! Прыгай в контейнер, я переправлю тебя на другую сторону. Вот он. Блейд, иди в лабораторию UFO, а я свяжусь с Джейси. Вход должен быть где-то рядом. Вот он, Блейд. Отлично. Мне стоило догадаться, что Радек замаскирует вход. Он всегда любил театральные эффекты. Блейд, будь настороже. Как только ты приберешься в лабораторию, Радек попытается сделать все возможное, чтобы ты не выбрался оттуда живым. Блейд, не забывай, что Радек единственный, кто знает, кто-то тебе вкололи. Тебе надо только найти его, а я знаю, как заставить его заговорить. Пожалуйста, пройдите сканирование. Ух ты, взгляни на это силовое поле. Оно часть охранной системы CX-37. Крутая штучка для такого места. Взломать ее сложно, но можно. Сложность в том, что лаборатория UFO не имеет выхода в городскую сеть. Тебе придется меня подсоединить. Это не займет много времени. Блейд, у меня все готово. Сними модуль взлома, чтобы разорвать связь и отключить силовое поле. Ты еще здесь, Блейд? Сканирование ничего не показало. Босс, погоди. Охранная сеть все еще включена. Неплохо бы тебе и отключить, если только ты не ловишь кайф от перестрелок с самонаводящимися турелями. Посмотри, нет ли поблизости терминала системы охраны? Турели можно отрубить только с него. Подумай, а потом с этой компанией. Начнем!
Ленинградку. Черт, смотри, куда палишь. Значит так, Блейд, мы в заднице. Синтак заявил о том, что это их внутреннее дело. Короче, эвакуация нам не светит, не сейчас, по крайней мере. Thank you.
Блейд, ты возле стерилизационной камеры UFO. Если не хочешь зажариться живьем, прежде чем добежишь до противоположного выхода, тебе придется отключить нагревательные элементы. Шевелись, босс. Температура снова поднимается. Если замешкаешься, сгоришь заживо. Черт! Что за полиция? Всех нас перебьет!